Всем салам алейкум, мои хорошие. Хотелось бы ответить одному неадекватному армянину, у которого там видеоролик в мой адрес, как он называет, 18+. Сразу говорю, это 18+, так что если у кого-то есть проблемы с матами, попрошу идти. Я здесь материться буду. И тех умников, которые будут говорить, девушек нельзя материть. Так вот, у меня сейчас будет словесный секс с одной Дайла. Я не понимаю, кто там твой муж, ты там второй карабахский ветеран. Ну вы знаете, мой супруг, в отличие от вас, не сидит в ТикТоке и не оскорбляет женщин. Он просто свое слово в 44-дневной войне сказал на поле боя. Да, и еще, кстати, вы кто, дезертир, который живет в Красноярском крае и пытается так защитить родину? А теперь, Вак, вы куда дезертируете? Из России обратно в Армению? Ведь теперь в России мобилизация. Вот так вы и бегаете от войны, а петушитесь в соцсетях. Тебя я уже предупреждал, что в следующий раз будет иначе тебе сказано. Вас как там зовут, Вак? Надеюсь, вашу жену не Инна зовут, потому что в сочетании это слово точно подчеркнуло бы вас. Кто тебе дает информацию по поводу того, что армяне просят гражданство? Обращается к правительству Азербайджана. Не давайте армянам, говорит, это гражданство. Я против того, чтобы оккупанты жили на моей родине и получали гражданство. Кстати, мы знаем, что в соцсетях распространились видеоролики, где некие армяне просят гражданство у нашего президента, чтобы жить на территориях Азербайджана. Говорит, что Ереван это ваш? Теперь послушай, твой род... Ереванское ханство. То, что сегодня вы называете Ереваном, это тоже исторические территории Азербайджана. Вот, пожалуйста, доказательства. Возьмем всех адекватных людей и просто спросим по всему интернету. Ереван столица какого, блядь, страны? Это первое. Отобрали у Азербайджана. Ты что, ты не чувствуешь, что это наоборот было? Что с легкой руки тех же самых уходили наши очень много земель. И не только туда, в вашу сторону, но и, блядь, турецкую, османскую империю. Также туркменчайский договор, который вы можете просмотреть даже в интернете, с помощью которого армяне были переселены на наши земли. Насчет того, что вы переходите на личности. Кстати, а что делают ваши армянки из Германии? Извините, пожалуйста, хотелось бы спросить. Именно в Дубае, там, где ислам, в мусульманской стране. А вот как раз такие, как ваши Кимы Кардашьяны, приезжают туда и портят там атмосферу. Ну, у вас растет дочь. Я думаю, что в отместку за то, что вы оскорбляете чужих женщин и клевещете на них, ваша дочь именно пойдет по тем стопам, которые вы здесь рассказываете всем. Я горда тем, что я могу вам ответить без оскорблений и фактами, а вы просто лжецы. Называете наши территории выдуманными и вымышленными названиями. Карабах – это Азербайджан, был, есть и будет. Ереванское ханство, то, что вы сегодня называете Ереваном, это тоже Азербайджан. Да, и кстати, я думаю, что весь мой народ меня поддержит, что мы не хотели бы вас, оккупантов, видеть на наших территориях.